Все, хана. Да. Она все потемнела. Что? Привет, Вася. Ты где? А, мы разные комнаты? Да. Где там должен быть пароль, говори его. Один, три, два, пять, три. Как один? Один, три, два, пять, три. Блин, один, три. Два, пять, три. Пять, три. Ну да, все, пошли дальше, в следующую комнату. Так, что тут? А тут по вентиляции надо идти. А, тут надо логически думать. А, тут ящик, подвинь ящик. Я понимаю, я не могу один, мне надо несколько подвинуть ящик. Стой, что маленький? А, мне скин маленький, я не несу их. Ящик просто сдвинь его там. Я говорю, я очень, у меня скин маленький. Мне это очень сложно будет. Я уже дошел до следующей комнаты. А, тут зависит друг от друга все, да? Да, я уже прошел. Ты там вентиляция тебе надо идти, да? Ты там вентиляция открыта? Нет. Значит, тебе туда не надо. А что у тебя там, опиши комнату? А у меня кнопка какая. Я когда надо открыть что-то, unlock, это стекло. Подожди. Я нашел доску, тут на доске написано стрелками вверх, вверх, вниз, вверх. Это что такое? Подожди, какая-то карта. Я тут какой-то рычаг нашел. Ой, у меня отрабили, наверное. Ой, ты ж дельный. Я рычаг нашел, что он делает? Нажми. У тебя там свет загорелся, ты что? Ты еще не нажал? Я уже нажал рычаг. Так что я хрустнула. Еще раз нажать? Нажми. Ты яд выпускаешь. Ой, я нашел. Ты топор мне дал. Давай. Подожди, куда топор надо использовать? Тут написано... А, разбить тут... стекло надо мне. Тут написано на доске... Я уже иду. На доске написано... Я уже разбил... Я в следующей комнате. У меня... А у меня кнопку... Ой, мне не открыли дверь. Стрелками написано вверх, потом одна стрелка за черту. О, канализация. Одна стрелка вверх, вентиляция, точнее. Что? Я нашел, куда надо идти. Так. Паркур небольшой. Доска перевернута, Ты видишь, что ли, я где? Вниз, вверх, зачеркнуто, вниз, вверх, вниз. Я не понимаю, что ты хочешь. Я просто говорю, у меня на доске тут написано. Ой, у меня рычаги какие-то. Вот, всё, вот. Давай. Первый рычаг вниз, первый рычаг вверх. Ой. А, нет, первый рычаг вниз. Первый рычаг вниз. Дальше. Второй рычаг вниз, не вверх. Второй рычаг. Второй рычаг? Так, да. Первый. Сколько у тебя рычагов? Четыре. А, значит, вниз, два вниз, третий вверх и еще один вниз. Последний вниз. Подожди, ничего нет, мне кажется, ничего не произошло, а может произошло. Попробуй, значит, вверх, вверх, вниз, вверх. Там что-то ничего не произошло. Ой, а я что-то нажал? А нет, это краска обычно. Что-то
там точно 4? Подожди. Да. Подожди, я попробую поменять местами. Ничего не произошло. Так. А сейчас? Произошло что-нибудь? Попробуй наоборот сделать, типа вверх, вниз, вверх, вверх. Я уже 7 способами пробовал. Может быть вообще вверх, вниз, вверх, вниз. Может так. Будет мне там подбор надо. О, я угадал. Я угадал. Ну как это было? Вниз, вверх, вниз, вниз. Понятно. Так, я куда-то иду. Тут... Так, я нашел до какой-то печи. Так, тут дверь закрыта, потушится, типа, наверное. Сейчас я покажу, тут поизучаю, подожди. Это паркур надо пройти. Там, там в какой-то другой комнате двери. Сейчас, подожди. Я хочу понять, или человек это всё это делает, который я там открыл. Я сейчас запаркурю и что-то там еще гляну. Ой, упал. Ты помер? Нет. Иди к двери, которая там вот и стоит. Если там за дверью видишь какую-то комнату, возле нее стой. Подожди, я догадался, что надо делать. Я уже... Подожди. О, забрался раз. Куда дальше? А что мне делать? Не понял. Внешницу надо чехол починить. У меня только эта кнопка. Нажми на нее. Подожди, я нажал на нее и упал. У меня ничего не произошло, но тоже кнопки. Может, одно время? Подожди, я сейчас прочитаю еще раз, но не написано. Ну-ка, тут эти деревяшки лежат. Я уже 100 раз попал, мне надо сейчас собраться с мыслями и нормально запаркуриться. Я сейчас, подожди. Сейчас отойду немного. Так, у меня написано, дотроньте до кнопки, что там активация, ну, реквизит какой-то. Реквизит. Я куда-то забрался, сейчас, подожди. О, нажал на кнопку. Кто? Я. У тебя там что-то изменилось? Я тоже нажал. А я слышала, у них что-то открылось. Это же мы вместе нажали. Не с
А, у меня ничего не открылось. Подожди. У меня ничего не изменилось. А теперь только ящики начали ехать куда-то. Подожди, может... О, найс! Я сейчас могу нажать на белую кнопку, подожди. Я на нее нажимал. Я на белую кнопку нажал, что у тебя изменилось. А, на двери, у меня двери открылись. Давай, сейчас что надо делать тебе? Камеры там какие-то, что с камерами связано будет? У тебя там что-то есть. Камерой. У тебя там что-то написано, а? Подожди. Что надо написать на компе. Пароль какой-то или что-то типа этого. У тебя есть что-нибудь такие слова какие-нибудь? Слова? Да. Energency activated required. Напиши это лучше в Дискорде. Не, ну там что им надо ввести? Да нужно пароль ввести какой-то. А, пароль? Пароль или слова, я не знаю. Какой там цифр? Там без этого. Без такого, надо просто ввести тут. 1, 2, 3, 4, 5. Смотри, может там будет листок. У меня еще одна, подожди. Картина есть, может быть подойдет. Может, red? Где-то, может, красный цвет надо написать? Red. Кстати, у меня тут как раз красный монитор. Red, пробуй написать. А, подожди. Может, мне надо в соседнюю комнату вернуться? Я не знаю. Честно сказать, я не знаю. О, я нашел комнату. Подожди. Сейчас я, может, найду что-нибудь. Я, кажется, комната не была открыта. А, мне это... Микрофоном, я не понимаю. Что? Че ты пропадаешь? Я ищу способ. Давай ищи. Напиши, если что, в чате. У меня какие-то вентиляции сломаны. Или мне надо прыгнуть в пропасть? Я не знаю, обыщи всё про каждую. А тут тоже хожу ищу. Тут только бумага. Опа, а всё на бумаге. Ничего, пусто. А может тебе там какой-нибудь... Там куча бумажек. А. Можно найти немного вид бумаги? Я не знаю. Что это сказать? Ну я знаю одно, у меня двери есть, что-то. Понятно. И не одна, их несколько. Подожди, у меня еще есть несколько бумажка.
Не прыгать в яму. А, подожди, я нашел доску, на доске что-то написано, давай тебе прочитаю. Что? Да, я доску нашел, тут на английском написано. Do you choose your partner as him? Блин, тут непонятно написано. Скинь фотографию, скинь фотографию, ну, сфоткай ее. Сейчас. Ну не телефоном, а именно. Это ножницы есть. Сейчас, подожди. Можно в чат что-то написать? Там написано, do you choose your partner, ask who he got the ex. Ну, там остальное непонятно. Сейчас кину. Всё, скидываю. А. Так. Как найти? Тебе надо что-то спросить. У меня надо спросить, как найти какой-то там инструмент. Она может убить тебя, что-то там такое. Это место. Это справа что-то там вы. Оно на монстре. Но, возможно, ты должен убить его. А, мне нужно как-то получить топор, наверное, от тебя. Они смотрят, что там. Смотри, что он что там с временем. Останови его. Это короче, монстр, которого надо убить оружием каким-то. Предметом каким-то. Там написано про топор. Там вон вверху почти сам второй. Я знаю, но топор, ну. Я просто не знал перевод. Мол, топор ищи. Я уже находил топор. А у тебя там топор в инвентаре есть? А как инвентарь глянуть? Бегай обратно за топором, я сейчас тебе открою дверь, я дверь там закрывал, сейчас подожди. Какую? Сбегай обратно за топором. Каким-то... Подожди, там может уже нет его. А, тогда не знаю. Подожди. А что если я вернусь назад, там что будет? Вернись. Ну, пробуй, знаешь, что вести? Not a step. Код вести, пробуй. Что? Напиши в чате, я тебя не понял. Так, подожди. Это возможно, но просто написано так на лестнице. Я написал бы лучше в чате Роблокс. Я не знаю, как это делать. Просто сейчас я тебе там напишу. Вот, нажми на эту кнопку, и ты сможешь написать. Не-а, ничего не изменилось. Допустим. Так. Я еще отправлю мусорку, может двинуть. Может, в это время я должен был спрыгнуть и монстра убить, может быть. Спрыгнуть мне или это опасно? Что? Спрыгивайте, там есть две ямы. Может быть там что важное? Я не знаю. Хотя есть где-то написано, право или лево, есть и такое? Допустим, там один или два.
прочитай повнимательнее табличку, которую я тебе скину, но там будет написано. Так, там что зачеркнуто? Я могу это разобрать, тут что-то написано. Правая сторона написана. С правой стороны, правая сторона, это на монстре написано. Ну, возможно, с правой стороны монстр, но, возможно, ты его должен убить. Если у меня есть топор, значит, я могу идти в правую сторону убивать монстра? У тебя в топору в руках. Написано, что справа монстр, но, возможно, ты должен его убить. Если я пойду право, то будет монстр, с которым буду сражаться. Если слева, то я не знаю, что будет. Короче, справа монстр. Мне надо прыгать в правую сторону и монстра убивать, да? Наверное. Я рискну. Я тут. Кнопка. Все, хана. У меня что-то темнело. Сейчас. Мне дверь открыли. Сейчас монстр будет, наверное. Да ну. Темная комната. Мне дочь дали. Эксперимент мне дали. Меня убили. Прошли? Нет, это... Блин, опять это... Так, 43-732. Говори помедленнее. 43-732. 43-732. Всё, раскрыл. Дальше, значит, у меня ты должен там нажать, мне нужно топор прилететь. Мне надо пройти это лабиринт вентиляции. Сейчас. А, у меня же есть подсказка, как пройти его. Так я уже сам его прошел, все. Я тебе открыл там топор. О, где? А, вот, тут. Взял. Теперь... Сейчас мы очень быстро пройдем. А, еще коробки. О, коробки стали хорошо двинуться. Они стали легкими. Давай, открывай мне двери. Подожди, у меня еще одна коробка. Я жду. Короче, в левую идем, да? Да. Левую дверь я пойду, да? Ну ты мне сначала двери открой, потом посмотрим. А, рычаги. Подожди. Не так. Сейчас подберем. Наверх, вверх, вниз, вверх. О, все открыли. Подожди. Я угадал, и представь, ты только сказал, сразу угадал. Все, у меня тут паркур надо пройти, маленький. Проходи паркур, сейчас тоже пройду паркур, и мы вместе получим... Ну, смотри, ты должен первый нажать кнопку, у меня написано. Сейчас, я чуток не так сделаю. Сейчас, подожди. Так, ни в коем случае я не буду жать кнопку. Ты первый жмешь, и я сразу нажимаю посеток. Я нажал на красный. Все. Сейчас мне на белую надо нажать, подожди. Значит, мне надо еще назад возвращаться. Сейчас я на белую нажму. У меня открылась комната с монстром, понял? Теперь ты же мне сказать, там, где монстр. Сейчас. Сто эту картинку, там может быть написано, что будет слева что-то. Все, я нажал на белую кнопку. И... Теперь ищи, где написано, стянуй там, скажи, ну, будет right или left. То, что зачеркнуто? Нет, там, где монстр, ну, я сейчас скажу, в каком моменте.
Мне нужно, ты сказала... Сейчас. Can kill you that is this place the right hallway the monster that подожди, that... перед перед ну после вот не после place нет place точка точка не place надо восклицательный знак там где я посетительный знак да у меня после place написано точка точка за The right tell you where is I saw the monster. Правая сторона пути, но что там монстра, которого возможно должен убить, значит должен идти влево, да? Ну иди влево. Угу, посмотрим. Лево это смерть. Да, тело стало. 93-191. 93-191. Да? Да. Всё. Открыл. Теперь ты, да? Сейчас я пройду этот лабиринт. Я вроде запомнил, как... В этот раз уже плохо, ну, двигаются. Сейчас, я лабиринт прошел, открываю тебе место с топором. Топор у меня, я должен был монстра убивать. А чего нет? Не знаю. Жду тебя, я жду и жду. Да не дождусь. Я допрыгнуть не могу. Подожди, я еще на этой локации. О, все. Сейчас еще раз скажешь. Давай. Вверх, вверх, вниз, вверх. Все так же, как и обычно. Открыл, наверное. Нет, не открыл. Нет, вниз, вверх, значит. Значит, вниз, вниз, вверх, вниз. Нет. А попробуй вниз, вверх, вниз, вверх. Вниз. Как оно сделал уже? Нет. Вспоминай, как ты в прошлый раз водил. Всё. Господи, открыл. Стоп. Вниз, вверх, вверх, вниз было. И видишь, я лучше надумал, чем... Нам двоим дверь открыл. Наверное. Я на красную кнопку нажимаю. Всё, нажал на красную кнопку, сейчас на белую. Я забыл про кнопку. Я тоже на кнопку нажал. Да, я нажимаю. А стоп, а я? А, я не должен был кнопку нажимать, стоп. Может, мы поэтому проиграли? Иди в правую яму. Я еще яму не открыл. Кстати, у меня на компе написано left. На компе у меня написано left. Типа лево. А тебе такого не было еще? Нет, было, просто я не говорил. Прыгай в ту яму. Мне эта дверь открыть сначала. Прыгай в ту яму, на которую ты первый раз прыгал. Подожди. У меня ямы еще нет, я еще двери не открыл с этой ямой. Я жду, давай. Этот паркур сложный. У меня никакого паркура нет, ну, только один был маленький, но он легкий. Вот этот самый для меня был сложный.
Для тебя легкий, конечно, для тебя, наверное, все легкое. Знаешь, как и двери. Я тебя вижу. Привет. Хотя ты меня не видишь, но пофиг. Я через текстурки тебя вижу. Да, все заново. Да, я эту игру из этого ненавижу. Я тебя жду. Чуть не. Все, я открыл себе дверь. А, себе открыл. Но я жду. Право, да? Ты первый раз включил. Право, Сидор. Сейчас ты сейчас будешь говорить все, что ты видишь, понял? Да. Молодчина, меня убили. Я же сказал, прыгай в ту ямку, которую ты первый раз прыгал. Права была. Нет, не может, меня опять сюда кинуть. 5-5-6-38. Я, наверное, знаю, чем у меня ящики двигаются. Мне надо до сих пор закрыть. Я тебе открываю такой. Пароль, я надеюсь, ты помнишь. Какой пароль? Ну, не пароль, а стрелки эти с рычагами. Они одинаковые? Да. Нет. Они всегда по-разному. У меня ничего не изменилось. Пароль тот же самый, но не пароль, а комбинация рычагов. Я не понимаю, когда дверь закрыта, я могу. Я легко просто могу запрыгнуть. Когда она открыта, я не могу запрыгнуть. Я даже впритык не могу допрыгнуть. А вот сейчас вот прям близко поставил, сейчас не допрыгну в любом случае. Как это работает? Скажи, когда до чего дойдешь? Рычаги. Пароль тот же самый. Какой ты скажи мне код. Я сказал, он не изменился. Какой он? Вниз, вверх, вниз, вниз. Вниз. Нет, а ничего не изменилось. Значит, вниз. Вверх, вниз. Вверх, вниз. Вверх, вверх.
Мне там подбора не делается. Раз я тебе в Дискорд скидываю в адреса. Я тебе скинул в Дискорд. Сейчас разберусь, может быть. А, ну же ногами. Я же говорю, вниз, вверх, вниз. Вниз, вверх, вниз, вниз. Да. Ты сейчас стрелка начнёт. Так что хрен его знает. Вниз. Стоп, тебе дверь не открыли? Нет, я скажу, когда они откроются. У меня рычаг не работает. Подожди. Чего открылось? А чего оно задержкой? Я сейчас не помню, что он... А, паркур. Ты первый все делаешь. Да, мне первым. Сейчас на кнопку нажми. На что я нажимаю? Все, нажал. Да ну, я упал, я уже почти прошел паркур. Блин. А мне надо паркур все перепроходить, потому что надо на белую кнопку еще нажать. Я назвал на белый цвет. Сюзанна скидывала. Она, по-моему, здесь написано, то только... Чего? Подожди. Я тебе заново скину эту фигню. Надо учить как-то. Не надо посмотреть, вообще отличается ли она как-то. По логике сейчас должна быть, знаешь, какая дверь? Подожди, она, наверное... Да, значит. Значит, должна быть... Правая должна быть. Но не изменилась как. В прошлый раз была другая, да? А пробуем. Рискну правым. Все, нет. Я не знаю, как это работает. Подожди.